Привет, ребят! Еще один анекдотец на выходные. Ну, поехала наша чета в Испанию, Ваня с Маней там. Приехали, в гостиницу заселились. Ну и что-то у Вани кончились сигареты, побежал он искать сигареты. Минут 20 бегал, купил, прибегает в гостиницу. В номере Мани нету. Орет: «Маня, Маня!» Бегает по гостинице уже 15-20 минут. «Маня, на всю гостиницу!» Он горничная подходит: «Чё ты орёшь, как блаженный? Да вот, жену потерял, Маню». «Слышь, — говорит, — она у Дона Педро. Чё, нечего орать». Этот такой: «Кто такой Дон Педро этот ваш?» «Хм, Дон Педро, ты что? Это же супермужчина. О, самый известный человек в Испании. Вообще, мачо. Где этот Дон Педро живёт? Где? Покажи мне его, я убью его». Ну, та ему еле-еле сказала номер, этот врывается в номер Дона Педро и остолбенел такой. Перед ним сидит феноменальный мужчина, но там причесочка, все, бриолин, все дела там, усики, в халатике с гербом там, в руке сигарка, тут бокальчик с коньячком. Просто, вот мужик даже сам опешил такой. Ну все, мечта женщин. И тут из ванной выходит его Маня, вся голая, только после душа, волосы мокрые. Там струйки стекают, такой смотрит на Маню на свою, там у нее, извините, сиськи до пупа висят. Этот смотрел на Маню: «Господи, как же неудобно перед Доном Педро». Пока, ребят, всем здоровья и процветания.